Так, еще разочек, еще. Молодец. Теперь, Саша, слушай звук, как кораблик у нас. Какой гудочек дает в гавань? Ко мне обратились родители. Нет, это самолетик. Вот, сказав тем, что пытаются закрыть центр, как у нас было в 2011 году, когда пытались забрать здание, куда-то перенести его, что опять начинается то же самое. Вот, мы опасаемся родителей, потому что слухи пошли, слухи не бывают беспочвенные. Елочку нам принес, да? Елочку, да, и подарки. Нам вот уже 6 лет, 3 года назад произведена операция КИ. В Магадане ходили 3 года в садик такой специализированный. Они вообще не говорили. Вообще слух был, речи вообще никакой не было. Приехали сюда в центр, появилась речь. Динамика хорошая. А если вдруг центр закроют, то куда вообще ехать, кому обращаться, непонятно, что делать. Получили определенный курс, уехали. Это постоянно? Я дважды была в нашем Министерстве здравоохранения и дважды спрашивала, есть такие слухи. Категорически нет. Я сегодня утром разговаривала с заместителем министра по помощи детям. Это полный, не знаю, откуда это дым, но этого на самом деле нет. Мы работаем спокойно, у нас все нормально.